Игра с Матлор подает. Блин. 1-2. Простите за французский, но вот открытое было все поле. Максим Новгородов послал мяч в аут. А у нас хороший подающий. Хитрющий хохол Юра Синица. Сейчас подождите, он вам хоть силовую, хоть укороченную, хоть планер. Силовую решил. Ай, в сетку я. 14-11. Максим Куликов. На линии подачи у красноярцев. Вау! Поле, блин. 15-11. Еще расступились наши игроки, уже думали, вау, летит. Ай, как классная поддача. Что ж мы такого игрока так долго держали в запасе? Так, будет доигровка у нас, Юра. Ай, 25-18, Банову блок. 1-1. Бежим курить. Перерыв. Плохо принимаем. 16-13. Жесть, переходящий мяч. Зачем нам 1-2? Нам надо 2-1. Нам надо 2-1. Я обещал одной барышне. Сегодня в группу «Югра Самарклор» просто какая-то московская поклонница. 16-14. Енисея начала стучаться и говорит, ну хоть одну партию вы у Енисея возьмете. Я говорю, да две возьмем, а там посмотрим. Но я же не хочу этим, как сказать, балаболом проканать. Ребят, ну не спать. Надо бороться в этой партии. Принимаем. Не забиваем. А нам забивают. 20-15. Ну нам олимпийский чемпион забивает. Дмитрий Ильиных. Не так уж обидно. Неприятно, конечно, но не так уж обидно. Якимов весь на взводе ему хочется. Вот вообще вот такой хороший человек на самом деле. И вот такой заведенный. Но пока в этом матче он может гораздо больше. Просто вот пока немножко не прет. Извините за выражение. Вау, подает Куликов, спасибо. Как тебя зовут? Максим. Спасибо, Макс. Он сегодня не рискует, он умеет подавать эйсы, и силовые. Но сегодня он так вот просто нормально подает в поле. И сейчас вот так вот. Ах ты хитрый француз. Скидочка. 7-5, Маришаль. Посмотрел, куда скинуть и скинул. А что там показывают? Запрос. Планер подает Ильиных. Судьи ничего не свистят. Игроки там что-то шумят. Показывают какие-то нарушения. А вообще мяч на пол-то не упал. Француз атакует. И мы что-то достаем. Вообще, какой интересный розыгрыш. И Максим Новгородов ваут атакует. Зачем ваут 9-5? Еще бы кого-нибудь по рукам ударил, еще бы поиграли. Так хорошо играли. Целую минуту. А что теперь говорить? Грицкий подходит к судье и что-то спорит. Им очко отдали. Если тебе отдали очко, о чем ты вообще споришь? Грицкий, как тебя зовут? Номер 9. Александр, чтобы у тебя забрали очко, Саша? Давай еще, давай, давай, нормально. Красава, еще есть! Володя, да бог с ним, с процентами, со всеми. Вообще, забудем про все первые партии. Володя, 16-13 на твоих подачах два эйса. Володя, давай еще. Хотя бы за три дня. Молодец! Молодец! Ну, первый темп сработал, ладно. И что? И сетка! Сетка!
отметка 17-13. И Якимов остается на подаче. Вот он! Принимаю. Нет, не очень хорошо. Но доигровка у нас! 15-16! Володя Якимов. Мы ждали Володя! И он дал. Вот Володя сказал свое слово. Опытный игрок. Самый нужный момент. Планер. Справляемся. Нет, не очень справляемся. А, Юра Синица. Юра Синица, ну, по рукам. Да, Юра хитрый. Ну, что там судья думает? Ну, по рукам и ваут. Ну, там же видно было. Ну, еще вы, ребята. Ну, не, ну, держите меня 100 человек. Ну, от руки ваут. Нам мяч, конечно! 21-17. Ну там же все было видно. О чем речь? Вы с Хохлом будете спорить? Ну, Юра подает. Как Юра подаст? Он может вообще все. И силовую, и укороченную, и планер. Силовую. Нет. Вау, ё-моё. Поле! Как это он? Ну, поле было. Ё-моё. 21-20. Ну, я же видел, что поле. Ну, я хотел видеть. Ладно. Не рискует Макс. За! Заступ! Какая тупая история. Спасибо за внимание. 28-26. Четвертая партия. 3-1. Игра Смарткор проиграл. До новых встреч в эфире. Грустно.